Кустаной таксист врезался в полицейскую машину, чтобы спастись от пассажира с ножом. Клиент рассчитывал доехать до дома бесплатно, а заодно ограбить водителя. Патрульные, правда, не сразу поняли, что происходит. После ДТП оба мужчины почему-то бросились бежать. Все происходило ночью на пустынной дороге. Таксист вез двоих клиентов из Рудного в областной центр. В какой-то момент один из них достал нож и потребовал отвезти их по другому адресу, а также отдать все деньги. Водитель, увидев патрульную машину, не придумал ничего лучше, чем врезаться в нее. К счастью, никто не пострадал, включая сотрудников полиции. Агрессивного пассажира сразу же задержали. За покушение на грабеж ему грозит 4 года. Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания, намеренно совершил столкновение с ними. Воспользовавшись ситуацией, он убежал на безопасное расстояние. В это время подозреваемые попытались скрыться с места, но были задержаны патрульными по горячим следам. В результате столкновения никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.